Здравствуйте, дорогие телезрители. От вас поступил вопрос, как избавиться от лишнего веса. Вообще, знаете, я скажу такую вещь, да? Для того, чтобы избавиться от веса, конечно, надо заниматься все-таки физкультурой и физическими упражнениями. Но помочь избавиться от веса может такой простой метод, очень эффективный. Берете корни валерьяны, их всегда можно взять в любой аптеке, да? И берете мускатный орех. И корни валерьяны и мускатный орех размалываете или на кофемолке, или блендере до порошка и смешиваете 50 на 50, то есть половину на половину. И берете на кончике чайной ложечки за полчаса до еды проглатываете этот порошок, запивая водой. Через полчаса чувство голода практически не будет, вы съедите гораздо меньше. Но все-таки я говорю вам еще раз, чтобы сжечь жир, не только нужны массажи, но нужны именно физические нагрузки, массажи естественно, то есть антицеллюлитный массаж. То есть это обращайтесь в центр, где вам могут помочь с этим делом. На этом я хочу сказать вам до свидания. Пожелать вам хорошего настроения, стройной фигуры. До свидания.